что заметила, что здесь в Турции люди едят орехи только сладостями. И вот так вот едят. А у нас в Грузии очень много блюд, приготовленных с орехами. И синенький, патриджаны, и лобио, фасоль зеленая. Но я один раз приготовила, когда моя свекровь приехала ко мне познакомиться со мной. Не то, что знакомиться, но после свадьбы, естественно, приехала погостить на пару дней. Вот я думала, чем я ее могу удивить. И на голову пришло у меня сациви. А сациви – это блюдо из курицы. И блюдо из курицы и соус из ореха. Представляете, какая была реакция у нее. А я-то такая довольная была, готовила, так старалась. А она чуть-чуть попробовала кусочек, говорит, я не хочу, я не голодная. Но я-то поняла, почему не понравилось ей это все, что они здесь не привыкли. В Турции в обеды класть грецкие орехи, а у нас в Грузии все, в каждый обед, если положишь орех, перемолотый, да, конечно, то очень вкус изменяется, и мы обожаем это. И в салаты мы применяем. В общем, где только можно, везде мы используем орехи. И вот, представляете, приготовила, так старалась, когда моя свекровь приедет, и еще сделала, думаю, какой салат бы приготовить. И приготовила ей салат из бурака с майонезом, и с чесноком. Ну вот и ничего не понравилось, я так поняла в конце. Она вообще не ела в этот день. Но я потом, муж мне объяснил, моего мужа не было в этот момент здесь, она приехала одна ко мне с племянницей. Вот я ее угостила такими своими национальными блюдами, напугала женщину бедную. Подумает, первый раз приехала к невестке, чем она меня кормит. Ну, она такая не очень у меня хороший человек, очень добрый. Она даже виду не показала, что не понравилось. Она сказала, ой, я только-только поела, я не хочу. Ну, когда пришла в гости, конечно. Так что вот такая история, не кормите здесь в Турции гостей своими национальными блюдами, потому что не каждый поймет, как оно естся и вкус его. Лучше готовьте что-нибудь из турецкой кухни, и тогда ваши гости будут, как говорится, сытые и довольные уйдут от вас. А то вот моя свекровушка осталась голодной в тот день. Ну, приготовлю я сегодня сациви. Покажу, как вам, как это все выглядит.